Всем привет! Начинаю работу по изготовлению манипулятора. Манипулятор будет располагаться в передней части робота. Для того, чтобы его установить, необходимо будет демонтировать этот фонарь. Заранее подготовил детали. Раму для манипулятора, она будет крепиться здесь. И поворотную площадку. Для того, чтобы площадка вращалась, из детали стеклоподъемника необходимо будет вырезать сегмент зубчатый и приварить его к краю площадки. Электропривод будет располагаться так горизонтально. Но прежде чем приступить к изготовлению манипулятора, необходимо сделать ограждение для кабеля управления. Для этого я изготовил такие вот детали, которые будут вот сюда вот устанавливаться. Приступим к их установке. Вот так получились ограждения. Нужно будет еще их проварить. Сейчас от механизма стеклоподъемника вырежу вот эту планку. Вот так вот ее сюда приварю. Можно будет обваривать, и все, ограждения закончены. Продолжаем работу дальше. Все, обварил. Эта планка имеет вот такой профиль, достаточно крепкая. Можно даже использовать закрутку. В принципе, все, ограждение закончено. Сейчас вот кабель задевать не будет. Все, можно приступать к изготовлению манипулятора. Так, сейчас демонтирую фонарь и буду вырезать сегмент зубчатый. Получился вот такой вот сегмент. Он будет привариваться вот сюда, в торец. Но одного будет недостаточно, нужно сделать еще один. Сейчас вот у меня еще есть один стеклоподъемник. Разберу его и сделаю еще один сегмент. Вот такое зубчатое колесо получилось, сваренное из двух сегментов. Все вращается. Теперь можно все это собирать воедино. Так, для того, чтобы закрепить электропривод, нужно из стеклоподъемника вырезать вот этот сегмент крепления, чтобы можно было его приварить уже к раме. Пока все. Собрал все на прихватке. Такая вот получилась конструкция. Единственное, что хотел устанавливать ее по центру, но опять здесь мешает двигатель. Придется ее делать как-то в стороне. Так, сейчас можно ее прихватить к раме робота и попробовать включить, проверить. Так, все приварил. Вот так вот получилось. Такая конструкция. Включаем. Все вращается. Вот так вот. Мне прислали подарок.
Для того, чтобы робот не терялся в пространстве, мне прислали вот такой компас. Он с подсветкой. Корпус напечатан на 3D принтере. Такой симпатичный компас. Будет установлен на робота уже там в процессе, в окончательной сборке. Вот. Спасибо.